Всем привет! Сегодня мы будем готовить окрошку на айране, которая очень легкая, в то же время сытная и прекрасно освежает в летнюю жару. Для приготовления окрошки мы возьмем пару огурцов, 5-6 небольших редисок, 2 отварных яйца, 1 отварной картофель довольно-таки приличного размера, 250 грамм качественной докторской колбасы без сала, немножко базилика, несколько стебельков молодого зеленого лука, укроп, петрушка, соль, зернистая горчица, перец, смесь перцев и айран. Начнем с нарезки кубиком огурцов. Перекладываем огурцы в удобную посуду, в которой мы будем смешивать все ингредиенты. Также мы нарезаем кубиком картофель, яйца и колбасу. Колбасы убираем в пленку и нарезаем также кубиком. Редиску мы нарежем полукольцами. Зелень нарезаем мелко. Отправляем зелень к нарезанным уже заранее ингредиентам. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку горчицы с коркой. Добавляем перец. Добавим немножко соли. Еще раз перемешиваем. Осталось добавить только самый последний и очень важный ингредиент – айран. А теперь осталось самое малость – продегустировать то, что у нас получилось. Наливаем в подходящую емкость, чтобы попались все абсолютно ингредиенты. Смотрите, как красиво это, ярко, красочно. Присутствуют все краски лета. А теперь непосредственно сама дегустация. Попробуем, что у нас получилось. Очень вкусно. Могу сразу сказать, с айраном получается намного лучше, чем с сывороткой или кефиром или минералкой. Это очень вкусно, правда. Освежающе, ярко, сочно. Прекрасно просто. Попробуйте приготовить окрошку по данному рецепту. Я уверена, вам обязательно понравится. А чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока!